65-летняя Людмила Павловна Вапилова из города Ступино поступила в коронавирусный стационар в РКБ еще 4 октября. Говорит, соблюдала все меры безопасности, носила маску, перчатки в общественных местах, старалась лишний раз не выходить из дома, прививку не делала. У меня сахарный диабет, у меня была операция, онкология, молочный, рак молочной железы, и мой онколог, ведущий, мне просто не советовал вакцинироваться. При поступлении в стационар поражение легких было не таким уж и большим – 25%. Но, несмотря на лечение, состояние Людмилы Павловны продолжало стремительно ухудшаться. Несмотря на проводимое лечение, к сожалению, не удалось избежать стакинного шторма, прогрессирование дыхательной недостаточности, на пике заболевания процент поражения легочной ткани был около 80%. «Было тяжело», – вспоминает она. «Многого просто не помнит. Но благодаря медикам сумела победить болезнь». «Нельзя ни в коем случае не паниковать, не поддаваться плохому настроению. Что-то, если там отдышка или кашель, это все процесс. Надо все это пройти, но настрой должен быть только на выздоровление. Врачи просто замечательные, лечат от души, все, что могут, делают». Сейчас Людмила Павловна чувствует себя почти здоровой и готовится к выписке. Дома ее ждут муж, дочка, сын и 5 внуков. Екатерина Борисова, Ольга Садовская, Видное ТВ.